С 2011 года по инициативе главы кашхабльского сельского поселения Хазрета Бурсова для расширения спортивных и укрепления дружеских связей между футболистами, также для большей зрелищности данного мероприятия и популяризации футбола среди молодежи был учрежден Кубок главы кашхабльского сельского поселения. Зрелищной игрой игроков «Ходз» и «Юность» запомнилось минувшее воскресенье любителям футбола. Сильнейшие соперники розыгрыша Кубка главы кашхабльского сельского поселения боролись не на шутку. Будущие чемпионы начали игру уверенно, и первый тайм закончился со счетом 2-0. Однако во втором тайме ходзинцы подтянулись и счет сравнялся. Но делить пальму первенства «Юность» не собиралась. На два пропущенных мяча в свои ворота она ответила еще двумя забитыми. На последних минутах гостям райцентра удалось отыграть один мяч. Но это не помогло им выиграть встречу, и игра закончилась со счетом 4-3 в пользу «Юности». Лучшими игроками турнира были признаны вратарь команды-победителя Руслан Хаджироков, защитник ходзинцев Каплан Саидов. Лучшими бомбардирами стали нападающие обеих команд, забившие по 7 мячей, Аслан Пештиков и Мурат Мамижев. Кубок победителя, награды и грамоты вручил глава поселения Хазрет Бурсов. Я хочу поприветствовать всех и участников, и болельщиков, и гостей. Завершился еще один очередной традиционный турнир главы кашхабльского сельского поселения. Ну и, конечно, начнем уже приятное. Награждается Хаджироков Руслан лучший вратарь турнира на Кубок главы. Лучший защитник Каплан Саидов Ходз. Награждается Пештиков Аслан Юнес. Лучший нападающий турнира. Мамижов Мурат, лучший бомбардир. Победители турнира, команда «Юность».